Сегодня мы играем. Что-то в глаз попал. Всем привет! Сегодня мы играем в Ступидо. Или в Ступиду. Ступидо. Неважно. Ну да, прочитайте. Кто кидает первый? А какие правила? Объяснишь нам? Да. Давай. Один игрок кидает кубик. Не туда, сюда. И задача быстрее нажать на тот предмет, который тут. Если нажимаю я, то что происходит? То ты берешь любой шляпу. Любую шляпу, да. И тут с двух сторон нарисованы. И ты можешь мне прицепить. Так, понятно. А как узнать, кто выиграет? У кого будет все заполнено, там шляпа, уши, глаза, нос. Тот проиграл. Да. Надевай очки. Надевай. Запомните. Давай. Мы одеваем людей. Эпик. Еще раз. Эй, ну давай. Ухо. Ухо. Давай. Надо уши сходить поближе. Волосатый. Знаешь, и там что-то ползает, это как будто я неделю в пещере лежала, и такая уже вся зеленая. Играй. Здравствуйте, меня зовут Настя, мне 13. Тяжело об этом говорить. У тебя волосатые уши. У меня волосатые уши. Но я как-то живу с этим. Давай, теперь я. А, ты по очереди что ли кидаешь? Да блин, ё-моё. Ну, конечно, она умеет играть, уже там играет. А тут, кстати, один градик. Ну-ка, покажи. А, ну ладно, я. Ну-ка, дай на бровь на свой посмотреть. А, нет. Найди мне красивую бровь, давай. Вот такие. Вот это. Нет. Супер фэшн. Нет, я выиграю. Что, уже не супер фэшн? Нет. Давай. Жаль. В них мало что видно. Ну такие тебе красивые. Мы сделаем из тебя не девочку, а конфетку просто. Вот. С побритой бровкой. Тут вот проколота она. Все по-модному. Я посмотрю. Вот видишь. Все модно. На тусочку. Я. А что это такое, Настя? А да, можно любое выбрать. Так, а ты мне не сказала правила игры, поэтому я выбираю. Ладно, давай перекидывай. Что, я не знала правила. Я не видела. Шляпа. Я не видела. Шляпа. Давай, вот такая шляпа. Мега фэшн стайл. Это мода, друзья. Весна 2017. Давай. Мне ничего не видно в очках. Я кидаю кубик, мне не видно просто. Давай, кидай. Да блин, так нечестно. Давай. Я могу что-то снять. Я могу снять. Одно ухо или оба? Я могу что-то снять. Ну, ты? При чем тут ты? Очки. Я игрок слева снимает что-то. Я снимаю все очки. Я тут самый страшный. Давай. На тебе где-то выбрать, ты приезжай. Изуродуй меня до конца. Покажи носик. Фу, ну уши волосатые. Все, Настя проиграла. Катя, у тебя есть знакомый пластический хирург? Просто очень надо. Настя, ты любишь зеленый? Вот тебе зеленый. Брит, ничего пойдет. А у меня пустые очки. У меня полные, а у меня пустые. Нос. И все, игра закончилась, у тебя все заполнено. Ну, да? Да? Ну что, давай опять победила. Сыграем еще? Давай, да. Давай. Второй раунд. Давай. Давай шляпку мне. Вот это. Теперь у меня еще и волосатый лоб. Почему бы и нет? Давай.
ящик? А, да. Я могу тоже снять. Давай снимай. У меня нет. А, ты иди. Подожди, ты кинула, я снимаю. А, да. Что, думаешь, я правила не знаю? Давай. Эй, так нечестно! Я любое одеваю. Да, любое. Так, сейчас. Надеваю, друзья, напомни. Какое тебе нравится? Сама выбираю. Вообще фэшн богини они везде фэшн просто. Выбирай быстрее, скучно. Вот тут коза, она вот подтянута вот такими штучками. Да. Видишь, вау. Подтянутая кожа, видишь? Не могли. А вот эти вот капельки, это ты вспотнула. Сидела, вспомнила шутку и вспотнула. О, я зомбак. Еще вот этот глазик весело. Давай. Блин. Давай. Да, что нужно нашей фэшн-стайл богине? Подтянутые, конечно же, сережечки. Но мы не носим вот это. Мы не такие простые. Мы носим вот. Мы носим что-то необычное. Красиво. Не-не-не-не-не-не-не-не, я эти хочу. Супер фэшн стайл. Давай, надевай уши. Уши, мои уши. Ты знаешь какую-нибудь песню про уши? Мои уши. Ты знаешь песню? Я самая красивая. С такими мозгами. Ты что все переделала? Женщина. На ушах блестки. Готова? Да, что-то ты пустая. Нет, это тебе, у меня уже есть уши. Давай мне. Какие-нибудь красивые. Красивее. Не-не-не-не. Вот такие. Вот такие хорошие. Тири-тири. Тролливали. Но я красивая? Да. Но ты уверена? Да. Мой визажист. Я доверяю тебе. Тебя прям тянет на волосатые уши. Давай. О, две меня. Попуи, попуи. Человек. Шляпка? А у тебя, у меня нет. Поэтому мне. Давай. Вот это. Но она достаточно модная. А у меня там кто-то сидит внутри. Моя мама наблюдает за мной. А у нас есть. Значит, перекидываем. Давай, перекидываем. Давай. Глазки. А у меня же есть глаза, так что мы сейчас тебе сделаем. Ой, блин. Вот эти. Мега фэшн стайл. Спасибо. Глаза красивые, уши тоже. Оп. Такой тоже красивый. Красивый. Давай. Давай. Вот сюда поступают идеи для роликов. Видите, от вот этого вот мозга. Я. Давай! Я здесь. У тебя есть уши? У меня тоже. Значит, ящик. Он тут съест шляпу. А что у нас еще нет? По носу? Да, по носу. Я. Я ведь проиграла! Ой. Сейчас. Опять вот такой носик. Что же, хочу сказать, друзья, что пишите в комментарии. А что ты изменила свое? Пишите в комментарии телефоны пластических хирургов. Ксюша в эту игру не переиграть. Она в этой игре крутая. Что ты себе там?
Да ну нет, надо с прыщечкой. Нет. Надо с прыщечкой. Что, мне не нравится? Прыщик, этот прыщик на носу, значит, в тебя кто-то влюбился. Фу. Не хочу. А я вот один. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк. Если тебе понравилось это видео, то тебе понравилось. И даже тебе сегодня ладно. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Давай сначала. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк. И подписывайся на наши каналы. С тобой была Настя, Мега Фэшн Стайл Ксения и Зомби Настя. Пока! Пока-пока!